Так, ну что ж, давайте попробуем начать решать первую задачу. Что от нас хотят? Так, нам нужно выбрать карандаш. Так, значит, у нас есть информация о располагаемом доходе. Давайте для начала напишем все, что у нас есть. Так, у нас получается 5 тысяч миллиардов долларов. Ну, суммы, конечно, здесь большие. Соответственно, потребительские расходы, это буковка С, 4200 миллиарда долларов. Инвестиции, это у нас получается 1100 миллиарда долларов. И дефицит торгового баланса 100 миллиардов. Давайте сразу разберем, что такое все-таки дефицит торгового баланса. Есть понятие экспорта, ребята, да? Есть понятие экспорта, есть понятие импорта. Ну, соответственно, мы обычно это обозначаем так, да, соответственно, у нас есть вот X, это экспорт, минус импорт, вот так будем обозначать. И это, соответственно, как раз равняется XN. То есть, соответственно, если у вас экспорт превышает импорт, тогда, соответственно, у нас дефицит торгового баланса, соответственно, будет в данном случае, наверное, еще и отрицательный. То есть, ну, вообще, грамотнее говорить так, то есть, у нас есть либо чистый экспорт, чистого экспорта, вот эта величина, значит, чистый экспорт у вас либо больше нуля, тогда значит экспорт больше, чем импорт, либо же чистый экспорт меньше нуля, это означает, что экспорт меньше, чем импорт. Соответственно, когда у вас экспорт меньше, чем импорт, получается, что дефицит торгового баланса будет положительным, что означает, что как бы есть этот дефицит, да, то есть, соответственно, вы экспортируете меньше, чем импортируете. Если же наоборот, у вас экспорт больше, чем импорт, то у вас профицит торгового баланса. Либо же, если у вас спросят, чем является дефицит, то дефицит по факту будет величиной отрицательной. Ну, это такая математическая игра. Главное, чтобы вы понимали, что если нужно от экспорта отнять импорт, соответственно, и если импорт больше, чем экспорт, то, соответственно, величина чистого экспорта будет отрицательная. То есть будет существовать дефицит положительный. Вот, ну, соответственно, что нам нужно найти в этой задаче, так, это сальдо государственного бюджета. Ну, здесь надо быть аккуратным, то есть, что это понимается. Вообще, любое сальдо принято считать доходы минус расход, поэтому в большинстве случаев это работает, поэтому можно просто представить себе, что Т это доходы государственного бюджета, просто вот, которые государство имеет. G – это расходы государственного бюджета. Здесь, в дальнейшем мы там поймем, что на самом деле это именно чистые налоговые доходы, там получается есть еще трансферты. Ну, в общем, пока можете себе представить то, что попало на бюджет, именно денежные средства, которые можно тратить государству как госрасходы. Соответственно, вот эта разница между T и G, это у нас и получается будет сальдо государственного бюджета. Значит, как нам это можно найти? Ну, для начала нам нужно вспомнить формулу о том, что в принципе, да, все расходы, формула расходов в экономике, иначе известно как ВВП по расходам, то есть это у нас следующее, да, С плюс И плюс G плюс XN. Давайте разберем, что это значит. То есть Y это у нас еще раз ВВП по расходам, это все расходы в экономике, C это потребительские расходы, то есть кто расходы может считать? Потребителей. Это расходы фирмы инвестиции, инвестиции, да, где фирма инвестирует. G – это государственные расходы. А XN – это у нас получается чистый экспорт. Вот, соответственно, давайте посмотрим дальше. Что такое YD? Видите, вот у нас получается здесь YD, а здесь же Y. Вообще, если мы говорим в принципе про расходы, речь идет о том, что, смотрите, если вы продали кому-то яблоко, значит, кто-то яблоко купил. Если кто-то яблоко купил, то можно сказать, что потребительские расходы С. Но если это яблоко было продано, это означает, что кто-то получил доход. Соответственно, вот эта формула всех расходов по расходам, ее можно интерпретировать точно так же, как что как бы ВВП по доходам. Ну, точнее, мы в будущем поймем, что ВВП по расходам равняется ВВП по доходам. В данном случае можем пока остановиться на том, что если у вас это все расходы в экономике, соответственно, она же все доходы, но мы же все доходы не можем не называть располагаемыми. То есть, если мы соберем всех
людей, экономических агентов, точнее, да, вот, и все их доходы, понятно, что часть доходов идет в виде налогов. Поэтому если мы из всех доходов отнимем налоги, то есть то, что уходит государство, да, скажем так, то госбюджет, то у нас останется как раз-таки располагаемые доходы. Получается следующее, что мы можем, посмотрите, слева отнять это и справа отнять это. То есть получается, давайте попробуем вот так сделать. Так, что мы получили? Смотрите, у нас получается слева это располагаемые доходы, у нас есть информация об этом. А справа мы знаем все, кроме GLT. Но нам как раз-таки это и нужно найти. Смотрите, мы аккуратненько попробуем это посчитать. То есть слева у нас получается 5000, а справа, смотрите, 4200 плюс 1100. XN, да, у нас получается, ну, можно сказать так, плюс-минус 100. И, соответственно, плюс G минус T. Ну, понятно, что если нужно минус вынести. То есть, в принципе, мы могли бы сделать так. Просто вот G минус T переносим сюда. То есть, получается, с этой точки зрения будет T минус G. И она равняется чему? 4200 плюс 1100 минус 100 и минус 5000. Получается 5300 минус 5100. Ну, по-моему, получается 200. То есть в данном случае, ребята, макро очень важно именно интерпретировать, да, соответственно, полученный результат, чтобы вам было понятно, что, собственно, получилось, и в том числе это помогает, в целом, правильно мы решили или нет, да, то есть, соответственно, насколько вообще цифры, которые мы получили, они адекватно соотносятся друг с другом. То есть в данном случае мы получили, что сальдо государственного бюджета у нас величина положительная, что означает, что налоги, которые государство собирает, они превышают госрасходы. Обычно в таком случае говорят, что с профицитом бюджета. То есть, наоборот, был бы дефицит, есть профицит. То есть, мы, соответственно, ну, государство собрало денег больше, чем потратило. Снова 200 пойдут, соответственно, в государственные резервы, может быть, там или куда-то еще. Вот. Ну, вот такой ответ у нас получился.